Доброе утро, дорогие мои! Как ваше настроение? Сегодня на улице у нас холодно, приятно. Не хочется выйти из дома. Дома все есть. Все пекли, все готовили. Хотелось бы сказать про нашу гату. У нас гата получилась очень вкусно. 4 вида гаты я делала, 4 вида разной начинки делала. Так что, дорогие мои, пеките этот гата бездрожжевой. Ваша семья оценит, как моя, да? Готовьте с любовью, и всегда пусть у вас дома будет и гата, и бисквит, и так далее. А еще хочу вам сказать, мы занимаемся спортом, конечно, но я каждый раз не выставляю. Скажите, пожалуйста, вам нравится, когда я ставлю наш спортзал и как я занимаюсь? Если нравится, тоже поставлю еще раз. А у меня часто задают вопросы. Тики Наруся или тетя Руся, вы столько готовите, вы все кушаете? Конечно, кушаем, но мы не выбрасываем. Раздаем друзьям, своим, внукам. А вот еще хочу новости вам сказать. Мне второй внук уже первое золото принес. Ну, правда, это уже дзюдо. Я фотографов выставлю. И посмотрите, какая гордость мне. А вы говорите, кому вы кормите? Внукам кормлю. Поэтому золото несут. Это полуфабрикат «Арус Кавказ». Света, близко покажи. Уже год почти мы как работаем. У нас клиенты довольны и больше продажа идет, дорогие мои. Я поняла, что люди все довольны. Как где встречают меня, начинают хвалить. «Аруся, я никогда не покупала. Сейчас как у вас покупала, у меня дети даже не отличали». Мне стало это больше понравилось, поэтому я решила производство расширить. Расширила производство, теперь мне нужно добросовестный, хороший партнер. Здесь мне поможет мой сыночек. Армен, объясни их более грамотно. Да. Здравствуйте всем. Значит, смотрите, мы производим полуфабрикаты, но из-за того, что их нельзя в интернете продавать, они испортятся, мы решили найти себе партнеров добросовестных по всей стране, в Новосибирске, в Санкт-Петербурге, в Краснодаре, чтобы у каждого в магазине был наш продукт. За этого ищем партнера, мы оставим номер телефона, звоните, будем заключать договор и работать. У нас все есть, и завтраки, и ужины, полдники, ну все есть, да? Эти полуфабрикаты я дома не делаю, это готовится в фабрике. И работают люди как добросовестные, как я дома делаю, по моему методику, по моему рецепту, дорогие мои. Если я сама, люди все говорят, мы хотим через твой рук, я же не робот. Я это и по-любому не успеваю, дорогие мои. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, у нас, Света, покажи, у нас все, все есть. Хочу оставить номер телефона. Созванивайте, договаривайте, все по закону, по договору будем добросовестно работать вместе, чтобы наша продукция везде была. Сегодня легкий ужин. Сегодня крылышки от Аруси Кавказ. Объедение. Короче, Макдональдс закроется, если попробует вот это. Она во двор переедет. А что за специи? Это секрет. Вкусненько? Бомба. У нас салат вкусный. Что, сегодня легкий день, что ли? Мы сегодня особо готовить не будем. Готовимся на день рождения. Вот мы пекли, вот смотрите, какая у меня шикарная. Сейчас перед вами открою. Смотрите, хочу, чтобы вы тоже посмотрели, какой у нас получилась шикарная бисквит. Дорогие мои, если хотите печь бисквит наша, который я делаю, у меня в YouTube-канале есть этот бисквит, и у меня 1 000 000 просмотров, и люди довольны, и все, которые первый раз даже пекли, у них все получилось. Вот такая красота у меня получилась. Я переворачивала, чтобы было ровно. Будем разукрашиваться. У меня завтра у сына Армена день рождения. Девочки, посмотрите, у меня позавчера пекли гату, а у меня в холодильнике осталось бельток. А вы смотрите, как мы делали, какая красота у нас получилась. А торт завтра покажу в холодильнике. Такая красота, пампушка. Доброе утро, дорогие мои! Как ваше настроение? Посмотрите, сколько времени, Света?
9 часов, ваша тетя Руша уже красивая, наряжена. Сегодня я родила моего сыночка Армена. Конечно, мне было 21 годика, у меня уже 2 сына было. Я и первый родила, и уже второе родила, дорогие мои. Так что готовимся рано утром. Я еще кофе не выпила, сейчас посижу и кофе попью. Но хочу показать вчера петли торт. Смотрите, какая красота у нас получилась. Это обычный бисквит, у меня в ленте YouTube есть. Если хотите, вообще не паримся. А вот эти вчера вопросы задавали. Почему одна белая, а другая немножко молочная? Потому что мы поставили и забыли про него. И она вот такой, вверх такой цвет получила, вниз такой белоснежок. Но главное не в этом. Главное, как разукрашивать торт. Но это я покажу чуть попозже. Сейчас подумаю что-нибудь. Главное, готово. Фрукты или как-то что-то коричневый глазур делать. Ну, еще подумаю. Сейчас у меня пока кофе я не выпила, потому что мысли не идут. Сейчас кофе попью, посижу, и у меня мысли придут, и будем просто разукрашивать. Сейчас попьем кофе, соберемся мыслями и посмотрим, как буду разукрашивать торт. Ну, знаете, что хочу сказать? Вчера 12 часов ночи мы сидим с невесткой, смотрим. Было день рождения одного человека. Ну, то ли прикол было, то ли он мой фанат. Я это не уточнила. Но мы видим, что отправили нас фотографию с тортом. По фотографии тетя Руси подарили мальчику. Отметили по моего фотографии именинника торт. И я взяла их, поздравила. Я их не знаю. Ну, какие они ребята хорошие. Какие у них радость, я их лицо видела, и как мне это было приятно. Если честно, я всегда говорю, девочки, девочки, я думаю, мне женщины смотрят, и девочки. А вчера я убедилась, что у меня все молодежь смотрит, мальчики, и мне очень было это приятно. А какие они воспитанные, какие красивые, только сердечки, фотография торта Рускавказа. Это я была вообще в восторге. Дорогая тетя Аруся, большое вам спасибо. Это было так неожиданно. Я так тронут. Я вас очень люблю. Я всегда смотрю ваши истории и видео, рилы. Вот мой друг тоже. Мы всегда смотрим вас и вас очень-очень любим. Крепко целуем, обнимаем. Мы в тот час, когда вы пьете кофе каждый день, мы тоже пьем с вами, потому что вы как родной человек. И ваше поздравление попало мне прямо в душу. Спасибо вам огромное. Мы вас очень-очень любим. Так что хочу поздравить всем, у кого сегодня день рождения. Даже вчера день рождения. У меня сына сегодня день рождения. Будьте всегда здоровы, будьте всегда счастливы, желайте друг другу хорошие, будьте всегда радостны, как я. Так что всем желаем хороший день, хорошее настроение, а мы вечером будем праздновать, я не знаю, в каком-то ресторане, соберем с семьей и будем поздравлять сына. А почему дома не будем сильно мучаться? Итак, 37 лет назад я очень мучила, а сегодня мы должны отдыхать. Это я сама себе так создаю. Представлюсь, если я научу. Посмотрим, какая красота у нас получится. Ой, как так еще красивее, как натуральный. Ой, как красиво. Смотрите, какая красота. Натуральная. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Оцените, пожалуйста. Ведь я не ученая. Сама себе создала такой корабль красивый. Вот мне нравится, а вам? Ждем гостей. Одну? Две? Одну.
На свету. Смотрите, какая. Пожалуйста, домашний бисквит. Готовим с любовью, дорогие мои.